На 70% увеличили в этом году число грантов на подготовку в резидентуре. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра. Теперь грантов стало 2500. В прошлом году эта цифра составляла 1500. Специалистов будут готовить по 47 направлениям послевузовского медицинского образования. Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана сообщил, что в течение 3 лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.